Привет, ребята! Вы на канале Домашние питомцы, с вами я, Света. Это мой Лаки, моя улиточка Ахатина, фулика Радация Альбина. Улитки являются гермафродитами, но мы решили назвать его Лаки, и мы так между собой решили, что это мальчик. Вот. Он у нас такой вот красивый, очень классный, красивый. Он маленький, ему буквально... Родился он 1 ноября, то есть он еще совсем малюточка, он у нас растет активно, и я хотела с вами поговорить вот о чем. Давайте с вами поговорим на такую тему, как чем кормить улиток, собственно, что им можно, что им нельзя, чем, в общем-то, их вообще кормить, какой у них должен быть рацион. И я вроде бы не делала такое видео, я об этом как-то говорила вскользь. Давайте я, наверное, сделаю это отдельным постом, отдельным видео, потому что люди спрашивают. Итак, чем кормить улиток и что обязательно должно быть в рационе улиток Ахатин? Конечно же, улитки должны есть растительную пищу. Ни в коем случае нельзя кормить улиток со стола. Ни в коем случае. Основой рациона улиток являются овощи, фрукты, зелень, какие-то разрешенные ягоды. Но ягоды я бы не советовала давать, на самом деле. Вот лучше всего это овощи, фрукты, зелень, там петрушка, укропчик, огуречек, морковка, тыква, кабачок, капуста, брокколи. Все это можно давать улиткам. Единственное, вот из овощей нельзя давать лук, чеснок и картошку. Картошку нежелательно давать вообще ни в каком виде, ни в сыром, ни в вареном. Из фруктов, в принципе, на фрукты ограничений нет. Фрукты можно все, и яблоки можно давать им, и груши, и банан. Единственное, что фрукты, вот особенно такие, как банан и груша, они очень быстро портятся, поэтому следите за этим внимательно, потому что улиточка может отравиться. Например, если вы положили банан на всю ночь и на весь день, да, он там будет гнить, потом улитка это поест, в итоге отравится, и все, как бы нет улитки. Поэтому, в общем-то, внимательно следите за тем, чтобы продукты не портились. Из зелени, ну, там понятно, что можно петрушку, укропчик можно. Также летом можно давать ботву редиски, ботву свеклы. Вот это вот все можно. Можно также проращивать у себя пшеницу, просо. Всю эту травку, в принципе, улиточкам можно. Также можно им одуванчики, только если вот собирать такую траву, то нужно это как бы летом ехать куда-то далеко за город, вот, чтобы она как бы была чистая. Но это еще не все, что должно входить в рацион улиток. В рацион улиток обязательно должен входить кальций-смесь. Кальций должен быть всегда у улиток, то есть в неограниченном доступе. Желательно, чтобы было хотя бы два вида кальция. Что можно использовать в качестве кальция? Что использую я? Я использую кормовой мел и ракушечник. Вы также можете использовать кормовой мел, ракушечник. Можно использовать перетертую в кофемолке яичную скорлупу. Также можно давать сепию, класть в контейнер. Они ее будут подгрызать. В общем, кальций обязателен всегда, каждый день в большом количестве для построения ракушки. Также в рацион должен входить белковый прикорм, так как в дикой природе улиточки все-таки не брезгуют поесть каких-то умерших червей, да, там каких-то таракашек, кузнечков. В общем, белок им тоже необходим. В качестве белка можно использовать дафнию, гамарус, отварную курицу, отварную индейку, конечно же, без соли и специй. Также можно использовать, в принципе, все. Белок яйца, по-моему, нельзя давать улиткам. Ну, кто-то говорит, можно, кто-то говорит, нельзя. В общем, белок яйца – это спорный вопрос, поэтому я вам не буду его советовать. Можете вот давать отварную курочку, она вроде себя хорошо зарекомендовала. Ну, также использовать дафнию и гамарус. Я использую дафнию. Раньше я использовала гамарус, но потом я перешла на дафнию, потому что гамарус неприятно пахнет. Дафния не так сильно пахнет, вот, а гамарус, он как-то... ну, пахнет, мне не очень нравится.
Это, собственно, белок. Белок мы даем один или два раза в неделю. Чаще нежелательно давать. Можно давать маленьким улитятам с месяца уже по щепоточке. Да, то есть там небольшую щепоточку дафни или гамарус 1-2 раза в неделю. В принципе, этого будет достаточно. С белковым прикормом не переусердствуйте. Лучше меньше, чем больше, потому что у улиток может быть белковое отравление. Поэтому белок нужен, но в маленьких количествах. Вот так вот. В принципе, это все, что я хотела вам рассказать об рационе улиток. На самом деле с ними не так сложно, как кажется на первый взгляд, и по сути овощи и фрукты и зелень у нас всегда есть в холодильнике, как правило, да, там, как правило, морковка у нас всегда есть, там, петрушка, да, там, укропчик, все это, как правило, у нас есть. Сейчас на данный момент Лаки кушает у нас огуречек, который обильно посыпан кальцисмесью. Это кормовой мел и ракушечник. Собственно, вы видите, да, вот эту вот посыпочку. Ну что ж, в принципе, это все. Хотела бы еще я вам показать Каю. С Каей также все хорошо. Кая у меня вон там. Вот, а если вы видите, у нее тоже огуречек сегодня. И кальций вот здесь вот лежит насыпан. Это кальций. И она сейчас кушает огуречек. Да, Кая? Моя же ты красавица. Кая вообще гигантская, она очень большая, очень красивая, невероятно красивая улитка. Но я не стала на фоне нее снимать и показывать, потому что мне неудобно открывать и закрывать контейнер. У него контейнер очень большой, и его как-то не хотелось мне туда-сюда таскать, потому что он большой, тяжелый. Вот. А Лаки пока живет в контейнере поменьше в связи с тем, что Лаки маленький. Кая уже взрослая улиточка, она у нас большая. Она, мы ее измеряли, она 15 сантиметров была на момент, когда мы ее измеряли. Она очень увесистая, она весит больше 200 грамм. Мне кажется, что она, до, наверное, грамм 300 весит, честно вам говорю. Надо будет ее как-то взвесить. Все, я говорю об этом, а никак не сделаю. В общем, видите, какая она большая по сравнению с Лаки? Она просто монстр. Это мега-гигант. Я ее иногда называю монстром. Ну, любя, конечно же. Конечно же, любя. Мы Каечку любим. Мы решили, что это девочка, хотя улитки Ахатина, они гермафродиты, но мы решили, что это будет девочка по имени Кая. Ну, это так, для нас, как бы. Видите, какая она гигантская, она очень большая, и Лаки будет таким же. Но это у меня просто фулика Альбина, то есть у нее темная ракушка, белое тело, а это у меня фулика Родация Альбина. Отличается светлой ракушкой. То есть это альбиносная форма. Это прям вот прям чистый альбинос. И ракушка, и тело. Все белое, все светлое. Ребята, я надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, то, конечно же, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Любите животных. И всем пока. До новых видео.